Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу скрипт для Cyber-симулятора. Давненько у нас не было видеороликов по этому плейсу. Вот, наконец-то я решил записать. А для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать свой личный, под названием Star. А также ссылочка на него будет в описании. Можете приходить и смело скачивать. Он полностью рабочий и полностью без вирусов. Также, если у вас есть какие-либо ошибки, вы можете зайти в Discord-сервер по ссылочке в описании и написать хелперам, они вам обязательно помогут. Итак, для того, чтобы нам заинжектиться, нажимаем вот на эту кнопочку Inject. Тут работает полностью автоинжект, вот. Так что вам не придется никакие другие программы скачивать для инжекта. Так, все, мы заинжектились, и вот сюда, в это окошечко, вставляем наш скрипт. После этого нажимаем Exclude. Так, чит сворачиваем. Так, все, вот он, скрипт крутится, как видите. Тут вот написано, кто его, получается, сделал. Сейчас ждем, пока у нас загрузится. Так, все, отлично, вот он, чит у нас появился. А все функции полностью рабочие. Конечно, их тут довольно мало, но, в принципе, какие есть, такие есть. Вот. Так, давайте проверим первую функцию. Это у нас автофарм. Включаем. И, как видите, он автоматически фармит. Все работает. Также автосейл есть. Так, ну как видите, все работает. Он, получается, продает и сам автоматически фармит. Так, и есть функция автокилл босс, то есть автоматическое убийство босса. А, как видите, это тоже работает, в принципе. Вот, я наношу по 9 урона. Вот, вы можете, допустим, включить автоубийство босса, там пойти себе чаек сделать, либо еще куда-то. И к вашему приходу, в принципе, босс уже будет убит. Так, ладно. Идем дальше. Auto by Cyber. Так, давайте посмотрим, какая у меня сейчас такой меч есть. Вниз пролистаем. Так, получается, у меня сейчас вот этот меч. Включаем Auto by Cyber. Так, все, нужно было сначала выйти с магазина, получается. Ну, как видите, у меня деньги потратились, значит, сабли купились. Так, листаем опять вниз. И я уже даже до кост, получается, дошел. Короче, я около 4 или 5 видов мечей прошел. Вот. И у меня, получается, купилась коса. Вот эта, беленькая. Ну, как видите, автопокупка тоже работает. Также давайте, в принципе, продадим то, что мы сейчас заработали, нашу силу. И сейчас купим с вами ДНК. Вроде бы так называется, да, ДНК. Так, меня кто-то убил, ну ладно. Так, идем обратно сюда. И теперь включаем автобай ДНК. У меня сейчас 3471Q. Нажимаем купить. И как видите, поменялось на другое число. Стало 2929D. Вот. D это, конечно же, намного больше, чем Q. Вот, я особо в этих буквах не разбираюсь. Но это больше, чем у нас Q. Так, и теперь давайте, в принципе, включим автофарм. И смотрите, я, получается, за один замах получаю по 1 с чем-то. Вот. И давайте включим автосейл. Так, ну, как видите, все продается, все отлично. А также можно купить автоматически джамп. Прыжок. Так, смотрите, X8 стоит у нас 125. Давайте включаем. Заходим. И как видите, у меня X8 купился, X9 и даже X10. Сразу 3 дополнительных прыжка купилось. И также получается урон боссу. У меня осталось, получается, 2 урона купить. Это на 9 и на 10, я так понимаю. Давайте, в принципе, купим. Тут автопокупка также работает. Включаем. Идем сюда. И, как видите, в принципе, все работает. Вот. Самый последний купился. Это 10 урона. Все-таки угадал. Отлично. Вот. И также получается последняя функция Get All Flags. То есть, получается, вы тпхаетесь на флаги, забираете их себе, и с этого, получается, получаете корону.
Давайте несколько флагов себе возьмем. И на этом будем, в принципе, заканчивать. А также, чтобы отключить эту функцию, чтобы она работала, просто делать рест. Сейчас, в принципе, это покажу. Давайте вот этот флаг еще получим. А, как видите, мне уже сразу начислили коронки. Так, тут нам кто-то мешает, давайте его сольем. А то быканул немножечко. Ну ладно, с кем не бывает. Так, все, флаг опускается. Отлично. Так. А, я все понял. Смотрите, получается, тут работает тайминг по времени. То есть, допустим, если вам будет кто-то мешать, и вы в это время уже стоите, там, поднимаете флаг, он не поднимается. Вот, по истечению времени, которое написано в скрипте, вот, он у вас тпхнется на другой флаг. Вот. Ну, в принципе, я думаю, вы всю суть поняли. Также давайте сейчас покажу, как отключить эту функцию. Вот здесь вот нажимаете reset. Все, вы, получается, умираете. И он у вас перестает тпхаться на флаге. Так, ну, все, как видите, все, он больше не тпхается. Отлично. Скрипт будет в описании. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. С вами, как всегда, был Эйсбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.